Сайт певицы Надежды Кадышевой подвергся атаке хакеров, которые разместили на нем информацию о возвращении исполнительницы на сцену. Информация о мероприятии появилась в разделе «Афиша». В тексте говорится, что певица приняла решение дать концерт по случаю дня рождения оппозиционера Алексея Навального. Выступление Кадышевой якобы пройдет 4 июня в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Навальный отбывает незаконно присужденный срок, постоянно сталкиваясь с нечеловеческим отношением со стороны пенитенциарной системы, также отмечается в опубликованном анонсе. Напомним, Кадышева покинула сцену из-за проблем со здоровьем несколько лет назад. Ранее Алексея Навального обвинили еще по 7 статьям. Также в карточке дела появились статьи, связанные с бывшим техническим директором YouTube-канала «Навальный Лайв» Даниэлем Холодным.